Вы военнослужащий какой бригады? 201. Один кто-то ответьте. 201 мотострелковой бригады. Где вас взяли в плен? Под Бахмутом. Деревня Дуброва-Васильевка. Дуброва-Васильевка. Вы, я так понимаю, кто-то мобилизованный, кто-то контрактник. Да. Правильно я понимаю? Я хочу услышать от вас ваше мнение об этой войне. Только честно. Что ты скажешь? Не нужно. В смысле, что не нужно? Война это не нужна никому. Ни той стороне, ни этой стороне, никому. Ты что скажешь? Ничего хорошего от этого не будет. Потери. Ты скажи. Потери у всех, да, плохо все. Что-что? Плохо все это, потери у всех. Всех сторон. Скажи твое мнение. Политика. Российская война. Ты скажи свое мнение. Потери большие у тех и у тех сторон. Все. Больше ничего. Не надо войны. Да, устали уже все. Наша сторона и ваша сторона. Одно пора. Скажите ваше мнение, как ваше командование относится к своим солдатам? Мне надо откровенно говорить. Вот вы мне рассказывали про ваш штурм на Водяном. Просто тупо посылали вперед на мясо. Без поддержки артиллерии. Мы были 3 дня, штурмовали лесополосу. Ни один миномет нас не прикрывал в это время. Дальше можно сделать вывод, какое у нас командование. Скажите, чем закончился этот штурм в Водяном? Ничем. Нас обменяли были. Нас отвели назад, взошел какой-то другой полк. И вроде как по телевизору сказали, что его сдали. Вот вы все, я так понимаю, с севера ребята, да? То есть с одного как бы края, правильно? Да.